Здорово, молодежь! Сегодня будем слушать инфанта аннигилятора. Поехали! Ёпу с ума! Извините, ребята, вы что мне посоветовали слушать-то? Ну, музыка-то она такая моя. Но вот это вот... Ой, бля, картинки эти тошнотворные. И они на меня действуют. Как бы... Я бы, боюсь, как бы не сблевать. Вот что, я не могу. Это у меня нервы не выносят. Вот эту всю кровь, вот эту всю херню, это все мясо. Ну, ладно, дальше слушаем. Может, там получше будет, покрасивше что-то. Ой, к горлу комок подступил. Блевоты. Может не глядеть, а просто слушать. Может так лучше будет. Мама, вы что, на самом деле, какие мясники? Это силушки нет никакой. Музыку портите вот этой хернёй. Музыка сама хорошая. Она накладывается на моё вот это, на рок, на металл на этот. Ну, вот эти вот заставки, вот эти картинки. Ну, мне каждый вот это всё любит. Вот это вот это мясо, это всё. Тухлятина, тем более вот на кладбище всё это впротухло, сгнило. Вон чай поди какая, не знаю, стоит. Мам дорогая, зачем так музыку портить вот этими аж сопли? Проявились гадские, папа. Ой, я не знаю, до конца, что ли, смотрю, я, наверное, не смогу, у меня нервы, наверное, не выдержат. Эту мясорубку глядеть, мама моя, господи. Ну, попробуем еще. Господи, дай мне терпение, боженька моя. Может, я и выдержу, но не знаю. Боюсь даже включать. Мелодия металлическая, железная. Ой, ну это гадость. Мелодия аж такая громкая, аж земля трясется, действительно возрождаете. Да зачем покойников-то пока гнилых, блядский папа? Господи. Чуть не стошнило. Извините, но я не смогу до конца дослушать. Вот это все показывать, вот эту гадость, вот эту все, меня тошнит. Ну не могу я вот это все. Лучше уж совсем бы не делали. Оставили вот одну музыку и больше ничего, и больше вот эту вот хрень не показывали. Ну ведь не каждый это выдерживает, не у каждого это такие нервы крепкие, чтобы вот эту мясорубку глядеть. Вот в чем соль. Кому-то это нравится. Я не суждаю тех, кому это нравится. У каждого свой организм, свое восприятие. Музыка отличная, хорошая, прекрасная. Мне это нравится, этот
Металл, он во мне, как говорится. Но вот эти вот, как сказать, видики-то вот эти. Ну, неужели нельзя просто, ну, играет группа, нормальная группа это, вот это вот, инфант этот. И пусть бы играли, они живые люди. Играли и там, но вот это не надо. Мультики вот эти хуёвые делать, господи, прости ты меня. И как не хочу ругаться, а вы выводите. Давайте послушаем что-нибудь другое и компенсируем вот то, что я не смогла выдержать. Ребят, в комментариях мне еще советовали послушать Гуталаксов. Давайте послушаем их. Я компенсирую то, что не досмотрела, вот этим вот клипом. Ой. И тоже какая-то страшная рожа показывается. Ну, не знаю, что дальше будет. Vykouření na Zbujána, vietnamského veterána. Во! Во! Вот это во! Вот. Крутяк начинается. Чувствуешь, что крутяк. Вот вот крутяк. Господи. Приятно глядеть на людей. Пусть они грязные какие-то. Ну что? Зато живые люди. А что это они все каким-то в говяжках, что ли, измазаны? Какие-то грязные все, как черти. Ну, давайте дальше посмотрим. В общем, вид-то такой у них затрапезный. Ну, поглядим. И то приятно. Да пусть говне измазаны, но я-то не чувствую. Но все равно смотреть-то лучше, чем вот эту мясорубку-то эту. Ой, какие грязнюки! Скинули одного! Вот это вот металлисты! Действительно металлисты! О-о-о-о. Слов нет, одни суффик, там ни о чем не поется, там тоже горловой это, вот пени какой-то горловой, вот оттуда все. Вот была бы у меня глотка такая, как вот у них. Эх бы, как сейчас я орнула, как следует. У меня сын был металлист, ему 51 год, но он до сих пор металлист, он в душе металлист. Он любил раньше в кожанке, в заклепке, в шиповках какие-то одни шипы торчат. А мне это нравилось, я его не ругал. Да Господь с ним, мне все равно эта красота была. Дальше поехали. Ой-ой-ой, все капец. Ой, красота. Уж если хорошо, приятно смотреть, так приятно. Ой, мам, караул. Ой-ой-ой-ой-ой. С кем-то плохо? Так мне надо так беситься. Вы поспокойней, поспокойней. Но свое дело делайте. Поняли, что сказал? Поняли, поняли, ни хрена нет. А что, уже все кончилось? Что рожу показали? Я уж испугался, что он кончился. О!
Фаренгай. У меня тоже так получается. Чтоб голос дрожал. Вот это по-моему. Так хочется самой прыгнуть туда. Ой. Парни, молодки какие вы. Какие вы молодцы. Чё, всё? Ну, вообще у нас показывают хорошего мало, а говна до хера великого. Как-то наоборот. Мне вот эта музычка-то понравилась. И та хорошая, и эта отличная. Главное дело тяжелая. Это рок, это металл. Это действительно по-нашему, по-русски. Может, это не русский, конечно, рок-то, но хрен его знает. Но, например, некоторые русские это очень любят. Вот я. Пусть я старуха, но это я любила, и люблю, и буду любить, и на том свете, наверное. Вот это заводит, как-то на настроение делает, и жить хочется, вот чего. Вот я сейчас чуть не вскочила, так бы ты и поплясала тоже так же, и прыгнула бы туда, в толпу. Да какая красота! Вот я еще раз скажу, жить хочется. Вот такой музыки побольше, и народ бы жил, мне кажется, дольше, и не надо было лечиться, и никто бы не болел, все бы были на подъеме, на настроении. Тут получаешь, ой, в затылка ждала, заряд положительной эмоции, понимаете как? Это я одобряю, вот я одобряю, вот. Ну молодцы, молодки. А вот ту, что я слушала вперед, без вот этих вот мясорубок, ну настоящие живые музыканты, пусть они там поют, не поют, там что говорят, не говорят, но только живые, чтобы они были, музыканты, без всяких этих вот грызений, рвать тела эти, да тем более мертвяков, да, о, страшно, неприятно это все глядеть. Ой, ну я понимаю, что у них такой стиль, ну да ладно, пофигу все, будем.